Всем привет, мои дорогие! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом невероятно вкусных домашних конфет. Называется чернослив в белом шоколаде. И для приготовления конфет вам понадобится чернослив, грецкий орех и белый шоколад. Конфеты чернослив в шоколаде получаются бюджетные, очень вкусные. И вы знаете, что приготовили их из домашних продуктов. И для начала в чернослив без косточки я вставляю половинку грецкого ореха. Вот так вот раскрываю, туда вставляю и вот так соединяю, припечатываю туда вовнутрь и укладываю. Вот таким образом легко они вставляются. Даже если грецкий орех где-то выходит, вылазит, это ничего страшного, потому что когда вы будете покрывать шоколадом, это все закроется. Обязательно, когда вы чистите чернослив, обращайте внимание на то, чтобы внутри не было никаких осколков от ядрышек косточек, потому что иногда такое бывает, когда косточку удаляете, бывают какие-то крупинки все-таки остаются, поэтому я всегда чернослив промываю хорошо, тщательно под краном. В магазинах такие конфеты очень дорогие, потому что они тоже не совсем имеют не автоматизированы, они тоже делаются практически вручную, поэтому готовить дома такой бюджетный вариант таких шикарных конфет – это просто находка. На вот орешки оставил, растопил белый шоколад. И далее сами конфетки, 3-4 штуки, бросаю в белый шоколад. И вот так вот немного их обмакиваю в белом шоколаде с помощью лопатки. Вы же можете обмакивать их вилкой, ложкой, чем вам удобно. Вот, как только все покрыли конфеты белым шоколадом полностью, перекладываем их на пергамент. Здесь только пергамент, то есть здесь не подойдет силиконовый коврик или еще что-то, только пергамент. И далее проделаем со всеми конфетами все то же самое. Обязательно надо смотреть это видео до конца, потому что я покажу, как я украсил эти конфеты шоколадной паутинкой. Спасибо всем, мои дорогие, за просмотр, за вашу подписку, за лайки. Это самая лучшая поддержка канала, и до новых встреч! Thank you.